Итак, Дадзюн закрылся в своей комнате. И давайте проплывем к нему через тот самый черный ход. Шар воскрешения. И как можно видеть, здесь у нас два тела. Скорее всего, один из них это Дидзиамон. Записка Досаку. Старая записка, оставленная лекарем Досаку. Ученики ушли от меня к Догану. Они не желают пачкать руки, они все бросили меня ради этого лицемерного шарлатана. Дадзюн, мой последний ученик. Даже после моей смерти опыты прекращать нельзя. Ты должен во что бы то ни стало завершить мои изыскания ради Асина, Досаку. Не всем понятно, то ли у Досаку произошло раздвоение личности, и он придумал себе последнего ученика Дадзюна, который его не бросил. Котаэро Досак. Агашио. Назе да? Назе котаэнай? Досаку. 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 Ну, судя по вот этому диалогу, что все-таки это Дадзюн. Что произошло именно с Досаку? Возможно, как раз второй труп это и есть Досаку. И после его смерти Дадзюна переклинило, и у него произошло раздвоение личности. Котаэро Досак. Агашио. Назе да? Назе котаэнай? Досак. Ну, давайте попробуем отдохнуть. И посмотреть, что произойдет. Как можно видеть, Дадзюна в комнате больше нет. Но если мы проплывем вглубь пещеры, то можно увидеть Дадзюна и Дидзиамона. В зависимости, Дидзиамон может быть Катару, в зависимости от того, кого вы отправили Дадзюну на опыты. У них красные глаза. И они очень агрессивны. И справиться с ними очень проблемно. Можно, конечно, поизвращаться, но боюсь, что у меня с первого раза далеко не получится. На самом деле они очень сильные. Как можно видеть, Дадзюн меня вообще вырубил с двух ударов. Их смерть мне все равно ничего не даст, поэтому я оставлю эту затею на потом. Если у вас есть, конечно, желание помучиться, можете помучиться и попробовать их убить, но я не рекомендую вам этого делать на данном этапе. Никакой достойной награды за их смерть вы все равно не получите. Ну а мы отправляемся в опустившуюся долину. Для этого нам нужно сначала переместиться к заброшенной могиле. Отсюда можно пробежать сюда направо.
Кстати, есть еще вода, где можно поплавать. Но эта вода не так уж и безопасна. Здесь обитает очень страшное чудо. Чудо-юдо. Наш старый безголовый друг. И чтобы с ним справиться, нам нужно немножечко подготовиться. Так, нам пригодится. Пестрая пурпурная фляга. И божественное конфетти. И как раз вот за этими воротами находится лес, ведущий к опустившейся долине. На самом деле, убивать его сейчас тоже нет какой-то особой необходимости, но чтобы потом к нему не возвращаться, я попробую убить его прямо сейчас. Используем конфетти. Убиваем пеструю пурпурную флягу, чтобы повысить свое сопротивление ужасу. Так как эта тварь очень любит накладывать ужас. И постараемся очень аккуратно. Он делает такие вот взмахи мечом, после которых можно сделать несколько атак. Делать вот такой пылесос, лучше от него отплывать и атаковать его сзади. Чуть-чуть пьем. Главное не жадничать. Два удара и отплываем. Потому что находиться рядом с ним, оп, это очень смертельно. Бутылку от ужаса. У нас заканчивается, к сожалению, конфетти. Попробуем добить его без конфетти. Это тоже возможно, просто медленней. Хотя при ускорении процесса можно было сбегать. На поверхность. Использовать конфетти. Просто конфетти нельзя использовать под водой. Пылесос. Пылесос — это вообще смертельная вещь. Если вы под нее попадете. И у него всего лишь одна полоса. И он дает благословение Унга. Безголовый дух Унга, снижающий урон вашей жизни от физических атак. Может использоваться многократно, расходуя при этом эмблемы духа. Безголовые тени героев, которые сошли с пути праведности. Этот воин лишился разума, защищая свою страну. Он был обезглавлен за попытку бунта, а его тело сбросили в ров с водой. Где она по сей день гниет. Конечно, очень странно иметь рядом с замком такой вот ров, где живут такое чудище. Давайте соберем здесь остатки. Нет. Так, вроде здесь больше ничего нет интересного. А, карпы, точно. Здесь есть карпы. Только это немножко не те карпы, которые хотел бы видеть. Хороших карпов здесь, похоже, не водится. Ну что ж, давайте выбираться отсюда.
наших трофеев. Тех парней мы оставим в живых. Здесь, кстати, можно запрыгнуть наверх. Там, по-моему, тоже что-то есть. Так. Здесь еще не так-то просто туда запрыгнуть. Примерно так. Здесь можно забраться на эту крышу, посмотреть. Да, вон там есть один предмет. Давайте его заберем. Железо. Ну, могли бы что-нибудь поинтереснее положить. Не так-то просто и сюда было забраться. Итак, лес, который ведет в опустившуюся долину. И здесь, возможно, где-то припрятано еще пару предметов. Где-нибудь в кустах. Но, опять же, эти предметы не особо что-то решают. Но здесь очень много злых макак. Которые, похоже, не очень рады тому, что я иду в опустившуюся долину. Эмблема духа. Такой вот символ. И опять трупы. А если рядом трупы, то это означает, что где-то рядом у нас Тенгу. Тенгу у нас все продолжает крошить шпиков из министерства. О, Секирука! これは。ん?ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切っても切りがないわ。時に赤炉極めたか。うん。うん。まだ足りぬわ。赤炉よ。さらに切れ。 К сожалению, я еще не в совершенстве обучился стилю Асина. А если честно, то я совершенно еще ему не обучался, но я думаю, что я наверстаю упущенное. Так, давайте еще немножко пробежим здесь вокруг. Возможно, здесь что-то еще спрятали. Чуги, но что-то ничего здесь больше нет. И на крыше тоже пусто. Но вообще с лутом в Секиро, как я уже говорил, очень плохо все. И с расположением различных интересных вещей тоже все очень плохо. Иногда в таких интересных местах, где могли бы что-нибудь и положить, ни черта нету. Печень угря. Такую мы уже тоже находили. Значительно снижает урон от удара молнии и статуса шок. И, как вы уже могли понять, нам нужно вниз, так как опустившаяся долина находится где-то внизу. Нам нужно спускаться вниз. Еще один идол. Зачастили они тут с идолами. Так, нам не хватает еще одной бусины для полноценных четок. И давайте сначала сходим сюда.
Да, лишний раз я нажал на кнопку. И здесь у нас появляются старые знакомые. Стрелки. Здесь главное не сорваться. Как ему не зябко? Шапку одень, секира. И мы попадаем в экран Асина, кстати. Помните, когда я стоял вон там, я говорил, какие-то интересные надгробия. Там вдалеке, и вот как раз я дошел до этого самого места. К этим надгробиям. И здесь у нас, похоже, души падших воинов не очень рады меня видеть. Интересно, можно ли к ним подойти сзади? Не хотелось бы мне с ними тут сражаться. Их тут сразу трое. Ну, точно можно вырезать. Причем, если прийти сюда раньше, никаких духов не будет. Что-то эти духи не особо активны. Может быть, оставить в покое, да и все. Но если прийти сюда раньше, то здесь и делать-то особо нечего. Разве что взять успокаивающее средство и успокоиться на этом. Но у нас есть нырялочка, поэтому мы можем нырнуть и поплавать. Но это, правда, приведет нас тоже к не очень хорошему месту. А именно к очередному безголовому. Так, ну здесь уже по старой схеме пурпурная фляга. К сожалению, я не отдохнул ни разу. Вот это очень печально. Давайте тогда подготовимся более основательно. Использую леденец Аква. Возможно, удастся подобраться к нему сзади. Что-то я сомневаюсь. Нет, к нему хрен подберешься сзади. Какой-то очень неактивный. Обычно он как-то поагрессивнее себя ведет. Что-то вообще как боксерская груша. И без конфетти-то тут вообще как-то уж очень не айс. Да, какой-то очень пассивный толстяк. Видать, слишком прогнил он в этом подземелье. Благословение Гакана. Безголовый дух Гакана, или Гокана, не знаю, как правильно, временно снижает урон вашей концентрации. Может использоваться многократно, расходуя при этом эмблемы духа. Безголовые тени героев, которые сошли с пути праведности. Духов обезглавленных воинов пытаются
задобрить, храня их в особых могилах, хотя желающих посетить их немного. Ну вот как раз, похоже, где-то здесь он и был похоронен, это его дух. Божественная трава. Так, и похоже, здесь ничего больше нет. Да, больше ничего. Так, давайте уберем лишнее. Как вы уже наверняка поняли, вот эти вот как раз благословения, которые дают эти безголовые, это и есть аналоги леденцов. Только они тратят эмблемы духов. И, по-моему, действия у них немного меньше, чем у леденцов. Но зато они не кончаются, пока у вас есть эмблемы духов, вы можете их тратить. А вот и леденцы, к сожалению, заканчиваются. Красиво плыть заряженной катаной. Что-то странно с этими духами. Что-то странное с этими духами происходит. Бусина четок. Да. Я сказал, что здесь только одно успокоительное. На самом деле нет. Здесь также еще есть и бусина четок. Да. Бусина четок полезный прибор. Можно было уже сходить сюда раньше и собрать все эти бусины. Но я уже решил не дергаться сюда, а проходить локацию за локацией, поэтому не так уж для меня важна эта длина строки. Будет она немножко длиннее, немножко короче. Не очень принципиально. И теперь у нас 4 бусины. Шестые молитвенные четки. Повышает максимальный запас жизни и концентрации. Найдя достойного вожака, многоножки верно служат ему, иногда беря при этом другие имена. Их вожаки, называемые длиннорукими, вооружены огромными когтями. И это, похоже, описание тех самых многоножек, которые очень любят кидаться огнем. Вы стали выносливы, запас жизни и концентрации увеличен. Ну, давайте потихонечку спускаться. Так, здесь у нас ничего. Опустившаяся долина. Только если сюда прийти немножко позже, тут появляются сложности вот таких вот духов. Как я уже говорил, если прийти сюда раньше, никаких духов не будет. Но это как бы компенсация за то, что я вот тут неплохо прокачан. Чтобы уж совсем тут в лед все не проходилось. Немножко вот эти вот духи усложняют процесс. Здесь у нас еще одна развилочка будет. Можно подняться наверх. И сначала мы как раз туда и поднимемся. Не успел забежать. Но они очень простые. По крайней мере, когда у вас уже более-менее есть прокачка. Забыл деньги собрать. Будем копить опыт на стиле Асина, а то Асин нами недоволен. И здесь у нас семечко тыквы.
и желтый порох. Похоже, что они использовали его для разжигания костра. И вы только посмотрите, какой вид. Вот весь вид только что портит вот эта вот скала выступающая. Так, здесь больше ничего нет. Можно вернуться на основную тропу. Блин, осколок. Если сорваться, то падать придется очень долго. Так, и надо бы найти идола и отдохнуть. И, возможно, сходить к Айме и отдать ей тыквенное семечко. И там у нас небольшой блокпост. Упс, ты меня не видел? Стоит он очень неприятно, конечно. Давайте его захватим. Пусть он немного постреляет по своим. Нет, его тоже захватим. Лучше бы я захватил того парня, конечно, с дробаном. Смотрит. Ну, давайте посмотрим, как они его вдвоем будут постреливать. Тут просто даже сделать ничего не может. Он даже не понимает, что происходит. Почему свои в меня стреляют. Слабенько они его бьют. О! Пошла мазута. Че, если тут от него следы или от кого это так? Да, от него следы. Так, ну, вроде тут больше все, никого нет. Марионетки со временем умирают. Потратил я, конечно, немало эмблем духов для этого. Но зато весело. Наконец-то можно отдохнуть. Отстань, но ты потолиде. Васайжою. Сонаенакива. Мубодеатова. Нацкаши. Похоже, храм Сэмпо пытался штурмовать крепость. Но, судя по всему, безуспешно. И перед тем, как идти в крепость, давайте сходим в одно место. Я вам кое-что покажу интересное. Но для этого нам нужно переместиться в окрестности храма Сэмпо. Помните то самое место, где можно было потянуть воздушного змея? Но у нас ничего не получалось, потому что у нас не было техники кукловода. Теперь она у нас есть. И смотреть, что можно сделать. Так. Где этот парень? Что-то я его потерял. А, вот он, господи. Давайте захватим его разум.
самое интересное, что именно этот моб не умирает, конечно же, а держит до последнего нам воздушного змея. Это, конечно, не очень логично. Логичнее было бы просто камнем подпереть эту ручку, да и все. Но башмаки у него, конечно, зачетные. И теперь давайте переместимся в другое место. Немного подальше. Так, бежим сюда. И теперь можем никого не убивать. Помните, как-то старуха нам говорила, что где-то внизу что-то есть. Вот она, кстати, она все еще говорит. Черт. Не дают со старухой поговорить. И она говорит про те самые, опять же, фрукты, змеиную хурму и одна свежая где-то там внизу. Комеда. О, масашику Мико-сама но коме. Аригатая, аригатая. Оцуге о танаму. Ну, нам-то уже все понятно. В принципе, мы уже сделали, о чем бабка нам напоминает. И осталось только понять, как зацепиться за этот воздушный змей. Ну, вот он, в принципе, понять тут тоже это несложно. Нам нужно забраться на самую высокую точку. И отсюда запрыгнуть на этот уступ. Все, щелкающее семечко. Куда же дальше? А дальше нужно куда-то вниз. Здесь можно опять же видеть кожу змеи, которая, похоже, недавно полиняла.
снизу ничего. Так. Дальше. Фух. Это было страшно. Магнетит. И давайте отдохнем. В будущем мы здесь встретим NPC, но здесь пока что его нет. Посмотрим, что у нас здесь. Проход, опустившийся в долину. Тут у нас тупик. И это альтернативный проход в опустившуюся долину. Но пока что мы не можем его воспользоваться. Если я спрыгну, я разобьюсь. Чтобы спуститься с этой палки, нужно кое-что сначала сделать. Давайте я воспользуюсь идолом, чтобы вернуться обратно. Давайте еще на всякий случай переместимся к старой могиле. И зайдем в этот самый дом. Давайте поговорим с Бурундуком, чтобы продолжить его квест. Больше у него ничего интересного не подается, мы уже у него все купили. И барсук Черная Шляпа собирается передислоцироваться куда-то в храм Сэмпа. Давайте переместимся к идолу, который мы недавно открыли. И вот как раз наш барсук Черная Шляпа. Можно было посетить его и позже, не обязательно это сейчас было делать. Ну, как говорится, уже заодно. Йо, умейка. Я бою вас, сэндока. おかげさんでな。この墓は。こいつは俺のガキの墓だ。そうか。ガキがいなくなった後、何やら急にラッパの人が面倒になってな。オチの試しだ。人さらいだ。黒笠の責務だ。この寺は何もかも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ。さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。 さてと、おかげさんで野暮用は済んだ。ぼちぼち、アシナの城にでも戻、ああ、と分かってるかもしれねえが、アシナは今、随分気なくせえことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも、気をつけな。
Итак, мы помогли Барсуку Черной Шляпе посетить могилу своего сына. То есть он каким-то образом, так же как и мы, через воздушного змея пробрался в эту пещеру. Ну, мог найти уж место для могилы своего сына где-то в более удачном месте. Здесь у нас ничего не изменилось. Мы также не можем спуститься вниз. Поэтому возвращаемся назад в опустившуюся долину штурмовать крепость.